Двигатель 4.0 бензиновый, 249 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2008 года выпуска. Восстановление дисков и окрас запасного колеса. Машину я купил на зимней резине и на коррозийных черных дисках, лето же досталось в белом матовом исполнении на родных продовских дисках. Так как мы сами красим диски, меня ни цвета, ни состояния не расстроило, и в первую очередь зиму перекрасил в черный глянец, а запасное колесо было принято решение сделать ярким и одеть без кожуха, пусть будет как реклама. Запаску для начала окрасили в черный глянец, потом проточкой лицевой стороны и накрыли красным кэнди-лаком. Получилось очень ярко и необычно. Белые диски сделаю также однозначно. Немного подпилили посадочную железяку на задней дверце, чтобы можно было одеть колпак. Диодные стопы. Когда начал листать сайты и Авито по тюничке Prado, наткнулся на диодные стопы и понял, что мне надо. 12 тысяч и они мои, светят очень классно. Установка линз и диодной балки. Итак, идем дальше. Задние диодные стопы установлены, линзы от компании Optima воткнули, свет просто нереально яркий. Установили также диодные лампочки в ПТФ, тоже Optima. Поставил новые стекла фар. Маски открасили в ярко-красный, машина в перспективе будет иметь именно черно-красную расцветку. Диодную балку пока не подключили, не успели, замутим, когда затягивать будем фары, защитную пленку. Задние ПТФ в бампере притонировали гибридной пленкой. А еще затюнили решетку в бампере, родные соты закрывали балку, пришлось заколхозить сеткой а-ля Проспорт. Также притонировали в самой фаре поворотники и габариты, на свечение это никак не отразилось. Стараюсь с тюнячкой не затягивать и делать все быстро. Окрас всех дисков в красный кэнди и покупка резины. Наконец-то я докрасил все диски в красный кэнди с проточкой. Нашел и купил новую резину Toyo Open Country Plus 275-65-17. Открасили центральные колпачки в черный глянец и значки красный кэнди. Окрас решетки с кэнди-шильдиком.
оригинальная решетка с хромированным ободом и 6 вставками из хрома, внутрянка серая краска. Вытравили хром смывкой, дня 2 ушло, потом подготовили, грунтанули и окрасили в черный глянец. Значок также полежал в смывке и был окрашен в кэнди с серебристой подложкой, на солнце сияет издалека. Почему красный? Ну потому что это любимый цвет, плюс сочетается с красными масками в линзах, ну и потому что хрома на тачке больше нет, оставлять в оригинале нет смысла, черным делать потеряется, остается красный. Черно-красные чехлы в салон. Долго не думал по поводу цвета чехлов, заказал такие же, как и были в Тиане, только центра красные не из эко-кожи, а алькантары, чтобы жопа зимой не так мерзла, а летом не потела, очень недорого приехали и натянули, передние сиденья еще и прошили. Бронирование фар и красные вставки. Когда ставили линзы, сразу поменяли новые стекла, поэтому их надо было обязательно защитить. Принял решение тянуть в гибридную пленку, полиуретаном дорого и по качеству гибридка не хуже. Также нашел остатки пленки с Тианы и закатал переднюю часть ручек и нижнюю часть заднего бампера. Фары на прадиках быстро устают от дороги, поэтому не поленитесь их защитить. Коврики Эва на заказ. Чехлы одеты, осталось дело за ковриками. Изначально хотел коврики 5D из эко-кожи, которые закрывают весь ковролин. Но почему-то думаю, что это непрактично, особенно зимой, решил не изменять коврикам Эва и просто их доработать для Тойоты. Коврики делались по замерам, с бортиками. Легли как надо, в багажнике тоже сделал с бортиком к сиденьям, так как там скат небольшой и весь песок сыпет под заднее сиденье. Ну и вернул свои спартаковские подушки под шею из Тианы. Установка рейлингов и спойлера. Купил в одном месте сразу и рейлинги, и спойлер. Устанавливал у себя в сервисе. Сделали 3 дырки в крышке багажника, 2 под болты и 1 под проводку, на герметик сажать не стали, сам спойлер очень легкий. Рейлинги конструктор еще тот, напомнили IKEA, но без инструкции, встали как родные. Теперь совсем другой вид, а то до этого как лысая машина была. Перешив руля в цвет салона. Наконец-то руки дошли до дырявого руля. Красная кожа с перфорированными вставками, очень приятный на ощупь. Колхозить с красной строчкой не стал. Всегда езжу только на ярких машинах и крузак будет не исключением. На море, где много солнца, хочется привлекать внимание яркостью. Поэтому нашел пленку 1:1 как окрашенные диски, это красный голографический хром, ночью и на солнце он переливается. Несмотря на невысокую цену, пленка оказалась неплохой, хорошо тянется и сидит на кузове. Но эксплуатация себя покажет, возможно, со временем он будет выгорать. Полностью цвет менять не стал, а добавил узоры в виде каменной кладки. На фото, возможно, общий вид будет непонятен, но вживую даже лютые критики сказали, что очень неплохо вышло.
перешив вставок дверных карт своими руками. Идем дальше, и теперь руки дошли до дверных карт, так как салон обтянут в красно-черном сочетании, то выбирал недолго, но нашел готовую эко-кожу с красной строчкой, иначе был бы перебор. Решили попробовать сделать все сами, дело не в деньгах, а просто поковырять вдвоем с женой это как-то более романтично, чем отдать чужим людям и ждать результат. Toyota очень легка в разборе, и все снимается на раз-два. Но был нюанс, после съема дверных карт, надо было снять центральную обшивку, она изнутри припаяна, подлокотник отщелкивается так. Распаять в принципе тоже несложно, и так после снятия у нас 8 деталек на перетяжку. Центральные сидят на клею в основном, подлокотники по кругу на скобах. Купил клей и строительный степлер и погнали. Итог перетяжки дверей и оклейка пластика. Ранее выкладывал процесс работы своими руками по обшиву дверных карт, а теперь итог, не судите строго, да много красного цвета, да я извращуга, но знали бы с каким кайфом я сажусь в машину, когда в ней все так, как хочется именно мне. Пленку использовал что и на узорах на кузове, так как ее осталось очень много в виде кусков. Эко-кожа куплена готовая, нам надо было только все разобрать и обшить детали. Прогулка на бычере по лесным сугробам. Снега по колено, чуть выше порогов авто, ровно по передний бампер, увидел россыпь молодых елок и решил к ним проехать. Получилось далеко не с первого раза, но метров на 10 я пролез точно. Это настоящие мужские ощущения, когда ты едешь там, где многие авто просто сядут наглухо. Я часто до покупки Prado читал, что многие его называют «машина мечта», и тут я солидарен, похрен сколько он ест, эти эмоции стоят гораздо больше. Ну и в конце заскочил на мойку и хорошо промыл все, куда забился снег, особенно диски и суппорта. Ништячки в задний бампер. Купил последний комплект задних фонарей в бампер вместо штатных катафотов. Правда, они успели подорожать в два раза, с того момента, как я их добавишь в избранное. А что делать, эксклюзив, упускать возможность нельзя. И скажу вам, что не пожалел ни разу, вид бомба, светят ярко, три режима, габариты, стопы и бегающие поворотники. Ну вот и моя первая полноценная переклейка кузова в бордовый сатин с красным отливом. Как я не пытался фоткать, линза телефона отказывается передавать живой цвет. Пленка Китай 2022 года выпуска, в России еще такой нет и пару машин оклеены в мире. Пока тестируем, возможно и качество окажется хреновым. Сама пленка приехала мятая службой доставки из Китая, все зафиксировал и вернули 10 тысяч назад, но кое-где не разгладилось и место, если прям всматриваться, то видны косячки, обещали еще дослать 5 метров на коррекцию. Крышу клеить не стал, один хрен не сильно видно, да и в оклейке непростая. Диски, на мой взгляд, вписались хорошо, плюс сделали несколько красных вставок по кузову для большего сочетания. Окрас порогов и брызговиков в черный глянец.
наконец-то дошли руки выкрасить пороги и брызговики в черный глянец, в сером цвете они сильно выделялись и были не в тему. Также поставил насадку и покрасили ее сначала термостойкой краской и задули лаком. Насадку ставил под переделанный выхлоп, но об этом потом, урчит теперь как надо. В целом доволен, вид стал более гармоничен. Прошу прощения, но мыть тачку не стал для фоток, вечером обещали дожди.